Нам объяснить, что я слежу прекрасно за своими словами, но я нахожусь в борьбе с исламскими террористами в православной церкви, но не нахожусь в борьбе с католической церковью. Ты знаешь, как я к католикам относился? Ты знаешь про польских католиков в Ташкенте? Да. Я вам кое-что показал, правильно? Желание быть сообща с ними. Общность показал? Польские мои предки католики? То есть, получается, во мне три католика, да? С трех сторон. А, немцы, лютеране, тоже католики. Угу. Тоже четыре. И там выходит сколько? 100 католиков? Или 70? Так вот, когда я нахожусь в борьбе с исламскими террористами, сегодняшнее видео, а ты знаешь, что это старая советская пропаганда Дональда Трампа в помощи спаям с дип-каверов в Соединенных Штатах про вот эту белоруску? Это завершение ИГИЛа, группировки созданы. Ты знаешь то, что все, что происходит, мне помощи нету ни от полис-департмента, ни от Соединенных Штатов Америки, в защите Соединенных Штатов Америки и репутации CIA. Я от них помощи не получаю, я один воюю.